Добрий вечір, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі телеканалу «Лота» на хвилях Радіо Пульс, проект «Пряма лінія». Мене звуть Денис Смоляний, і сьогоднішній ефір для вас веду я. Я нагадую вам, що ми працюємо в прямому ефірі, працюємо для вас, отже, ви можете зателефонувати до нашої студії за номером 050-210-08-98 або написати на нашу сторінку у Фейсбуці «LifeLot Live» та поставити питання, що цікавлять саме вас, прокоментувати ті теми, що ми обговорюємо в нашій студії, або підняти власні. Ну і сьогоднішній наш гість Денис Денищенко, директор департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської обласної державної адміністрації. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну і почати нашу розмову хотілося б з такої події, як Схід Експо. Нещодавно вона відбулася. Розкажіть про те, як вона в цілому пройшла і що було основними такими ідеями і до чого взагалі прийшли. Ну, хотелось бы в двух словах пояснить нашим зрителям, что такое вообще СхидЭкспо. Это проект, форум, инициаторами его является и организаторами основными. Это программа развития ООН, так что большое спасибо этой команде за то, что они нам помогают и, скажем так, во всех отношениях, и в том числе вот с организацией такого форума. Вот. Этот форум в первую очередь проводится для поддержки именно малого и среднего бизнеса Луганской области. Вот. Первый форум у нас был в марте месяце, он был в городе Северодонецке, в Ледовом. Сейчас второй форум, этот форум состоялся в Киеве. Хотелось сделать акценты о том, что ни копейки государственных денег на этот форум не выделялось. Значит, форум, который проходил в Киеве, он был совместный для Луганской и для Донецкой области. Было больше 80 бизнесов представленных. Вот, от Луганской области бизнесов было 32. Участие в форуме для луганских бизнесов, оно тоже было бесплатно, и в том числе им очень серьезно помогли именно и с проездом, и с проживанием, и все площадки были предоставлены бесплатно, вот, и в том числе те баннера, которые были использованы и разработаны для предпринимателей, они им просто будут подарены, уже подарены, так как форум закончился. Вот. Крупный бизнес, в принципе, он может больше в той или иной мере позаботиться о себе сам, а по моему мнению, малый и средний бизнес все-таки нужно развивать, холить или леять, почему? Потому что за этим будущее, перспектива, если мы берем примеры развитых западных стран, в том числе Польши. Вот. Поэтому форум состоялся, и надо отдать должное, состоялся уже на более высоком уровне, потому что были учтены, скажем так, проведение первого форума, и в Киеве, все-таки возможность привлечь себе влияние, внимание гораздо больше. Поэтому были представители больше 10 посольств. Основные это, естественно, был посол Японии, который является уже достаточно серьезным другом, скажем так, нас и Луганской области. Также был зампосла Польши и представители других посольств, Канады, Чехословакии. Вот. Был вице-премьер Кубев, было несколько замминистров. Вот. От Луганской области был руководитель Юрий Григорьевич Гарбус, от Донецкой области был керівник військово цивильной администрации Жебрівський. Вот. Достаточно интересное мероприятие, потому что оно такое очень интерактивное, и это не просто форум, выставка, куда нужно просто прийти, походить, посмотреть. Параллельно на нескольких площадках шли переговоры. Вот. Называется это зоны B2B, где заранее предприниматели, которые были на выставке, они формировали себе повестку, с кем они могут переговорить. Вот, провести переговоры, и это все выкладывалось на сайте, в группе, и можно было сформулировать сразу, кто тебе интересен, и провести эти переговоры. Параллельно шли мастер-классы, также параллельно шли информационные сессии, на которых можно было поднять ряд интересных тем, и чему-то научиться, начиная от краудфандинга и заканчивая, как выходить на рынки Европы, Китая, и так далее. Вот. Поэтому, по моему мнению, форум удался, и, естественно, нужно спрашивать, конечно, и предпринимателей, которые там участвовали, с тех людей, с которыми я общался, они очень довольны, и, скажем так, им очень понравилось.
В цілому, основна ідея конкретно цього форуму, якою була, тобто це була просто такий майданчик для обговорень того, як слід і не слід вести бізнес, чи це була, можливо, такі тренінги там проводились, чи що було основною конкретною метою? Вот в том-то и дело, что, как я вам сказал, это было многофункционально. Основная идея, если мы говорим о основной идее, это было показать всей Украине о том, что Луганская и Донецкая область, несмотря на войну, она жива и будет жить и развивается, мало того что. Потому что ввиду той ситуации, которая сейчас происходит на востоке Украины, войны, по отношению к Донецкой и тем более к Луганской области, как это ни парадоксально, но это есть ввиду нашего географического положения, логистического, сложилось очень много таких, знаете, предубеждений и штампов. Вплоть до того, что, например, я иногда там общаюсь с человеком, в Чернигове, говорю, я живу в Северодонецке, он говорит, а на какой это территории, говорит, на подконтрольной нашей армии или на оккупированной территории. Просто это же с теми же самыми проблемами бывает и сталкиваются и наши предприниматели, когда они не могут заключить контракты, потому что люди говорят, да как, у вас же война, как вы работаете. Поэтому война есть, но мы должны показать в первую очередь о том, что несмотря на войну, бизнес здесь развивается. И война, сейчас она имеет определенную свою специфику, мы все прекрасно понимаем, что война перешла в такую позиционную борьбу, и в первую очередь, наверное, сейчас она переходит в информационную войну, войну штампов, потому что Российская Федерация, в лице своих, скажем так, их там нету, или как их называть, там можно по-разному, максимально старается оттолкнуть Донецкую и Луганскую область от всей Украины различными способами, в том числе накручивая этими постоянными обстрелами и не давая экономически нам развиваться. Поэтому, если подытожить, основная цель – это показать всей Украине о том, что мы живы, мы живем и мы развиваемся. И помочь нашему малому и среднему бизнесу завязать контакты, хотя бы даже для внутриобластной кооперации. Потому что многие люди, живя даже в соседних городах 15-20 километров, не знают о тех или иных бизнесах. Поэтому нам это удалось, и время еще покажет. Яким чином цієї мети досягали? Тобто просто казати, що в нас хоч і війна йде, але в нас є бізнес, ми розвиваємося в Луганській та Донецькій області. Яким чином саме доходили до цієї мети, яким чином саме поясняли з Західної України бізнесменам, так, чи з Центральної, чи з інших країн, що слід з нами все ж таки співпрацювати, незважаючи ні на війну, ні на щось інше? Пояснять тут словами особо не поясниш, в первую очередь надо показывать своими делами и своей продукцией. Поэтому мы это показали в первую очередь уже тем, что мы на эту выставку приехали, и приехали именно таким представительством достаточно широким, именно Луганской и Донецкой области. И именно представительством малого и среднего бизнеса, как я сказал, которому тяжелее всего выживать в этих условиях на самом деле. Поэтому показали свою продукцию, к этому форуму было привлечено достаточно большое влияние, внимание СМИ, в том числе национальных, потому что журналистов было очень много, и репортажей тоже было очень много. Поэтому и показать уже, как вы говорите, бизнесменам со всей Украины, это уже задача, дальше будет уже задача тех предпринимателей, которые завязали какие-то контакты и которые будут осуществлять уже какие-то поставки, я надеюсь, все-таки, география развития их бизнеса просто чуть-чуть вырастет благодаря этому или больше вырастет, в зависимости у кого какие объемы. Поэтому своими делами мы покажем и докажем о том, что мы можем жить и можем развиваться. А із закордонними партнерами, ви казали, що там був і посол Японії, і ще багато інших представників інших держав. З іншими країнами, малий і середній бізнес, як він в цілому стикається і чи стикається взагалі? Бо це ж знову ж таки малий та середній бізнес, це невеликий там, де закупають великі вантажівки, перевозять через кордон там залізницею чи тощо. Правильно, здесь нужно учитывать специфику того, что, в принципе, малый и средний бизнес, он не имеет тех, в основном тех объемов для того, чтобы продавать куда-то за кордон. И
Поэтому как будут развиваться отношения с представителями там, иноземных партнеров, тоже покажет время. Вот. И тут уже, опять же, говорю, все зависит от наших предпринимателей. Но опять же, мы перевернули до себе увагу. Вот, потому что представители посольства не были, были представители, я лично видел, как губернатор вел переговоры с представителями Катара, представители Арабских Эмиратов, которые были как раз на этих переговорных площадках. Там было много разных интересных людей. Поэтому о результатах именно, как это покажет себя для... в разрезе там европейской интеграции, да, тех свобод экономических, которые сейчас движутся, сложно говорить, но это приоткрывает нам возможности, приоткрывает нам определенные двери, потому что одна из проблем наших тоже предпринимателей, малого и среднего бизнеса, как и людей в принципе в целом, это определенная зашоренность, которая у нас есть. Поэтому нужно вырываться, из той обстановки, из того ореола, в котором мы находимся, больше знакомиться, больше общаться. Поэтому, такая основная цель, понимаете? Поэтому, а дальше уже все зависит от людей. Мы ничего не принесли им на блюдечке с голубой каёвочкой. Мы им дали возможность себя показать и себя реализовать, в некоторых случаях. Но я думаю, у нас, и тем более туда поехали такие, те люди, которые не боятся трудностей, не боятся каких-то изменений, достаточно гибкие, потому что я со многими там пообщался, много у нас интересной продукции, поэтому я думаю, у наших коллег, предпринимателей все получится. Чи є плани на проведення знову ж таки таких форумів, таких виставок того ж Схід-Експо або під іншою назвою, або але в тому ж приблизно форматі? Чи є вже такі плани, чи продумуєте на майбутнє такі теж роботи? Смотрите, этот бренд Схід-Експо, программа развития, она его создает, по сути, для Луганской и Донецкой области. Поэтому менять сам бренд смысла нет, если работать в этом разрезе. Поэтому наши коллеги, естественно, они когда-то перестанут нам помогать, наши партнеры международные, и, естественно, многие вещи нам придется делать самим. Как бы это ни звучало, так будет. И так уже есть, начинается, потому что, война идет уже четвертый год, поэтому определенные международные организации уже уходят. Хочу вам сказать, просто многие не понимают на самом деле, о том, что проведение такого форума, это был результат, 4-месячной почти работы, достаточно большой такой интеллектуальной команды. В первую очередь, это наши коллеги из программы развития ООН. Мы выступали партнерами, как Луганская обладминистрация. В Донецкой области там больше торгово-промышленная палата помогала. Здесь нам помогали там и совет предпринимателей, ряд других организаций. Поэтому это очень, такое мероприятие провести достаточно сложно. И, естественно, мы будем, у меня есть желание, чтобы такие мероприятия проходили и в Северодонецке, и в Луганске, когда мы его освободим, и там будет украинская власть. И в Киеве в том числе. Поэтому я считаю, что такие мероприятия нужно проводить, и надеюсь, мы их будем проводить. Поэтому будем смотреть уже. Или с коллегами с программы развития ООН, или сами. Уже время покажет. Я тим часом хочу нагадати нашим телеглядачам та радіослухачам про те, що ми працюємо для вас, працюємо в прямому ефірі, і ви в будь-який момент можете зателефонувати до нашої студії за номером 050-210-08-98 або написати на нашу сторінку у Фейсбуці LifeLotLife. Ви можете там поставити свої запитання, прокоментувати ті теми, що ми обговорюємо, або підняти теми, що цікавлять саме вас. Нагадаю, що у нас в студії Денис Денищенко, директор департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської облдержадміністрації. Ще одну тему хотілося б обговорити. Знаємо, що нещодавно відбувалася такий обмін опитом, досвідом, точніше, із Східною Україною, точніше, зі Львовом. Знаємо, що декілька представників з Луганської облдержадміністрації туди їздили на Львівщину, і знаємо, що ви були в їх числі. Розкажіть про те, як це відбувалося, чому взагалі це відбувалося, тобто, що було, як з'явилася така ідея туди поїхати, і в цілому до чого прийшли. Да, нужно начать, наверное, с предыстории. У нашей области последние 2-3 года завязались очень тесные отношения с представителями как раз Львовской области, в первую очередь с представителями областной администрации, областного совета. Делегация Львовской области, если не ошибаюсь, только официально приезжали к нам уже 3 раза.
в Луганскую область, ну, там, за последний год. Также у нас был большой обмен учителями. Как бы это есть инициатива нашего руководителя области, ну, Юрия Григорьевича Гарбуза и руководителя областного совета Львовской рады Ганущина. Вот. И есть еще ряд, ну, других проектов. Как бы это и они нам помогают и с детьми, ну, с отдыхом детей. Также Львовская область, ну, буквально в мае они нам договорились, ездила группа наших представителей в Польшу по обмену опытом. Ну, скажем так, очень такой плотный диалог у нас и работа с Львовской областью, поэтому, ну, скажем так, Юрий Григорьевич решил, что пора вот все-таки в таком составе поехать нам во Львовскую область. Поэтому поехала группа директоров и замдиректоров департаментов. Ее возглавлял Юрий Григорьевич, также была Ольга Петровна Лишек. И основная наша задача это была поехать и, ну, скажем так, обмен опытом положительным. Ну, как бы, естественно, мы ставили задачу себе взять положительные вещи, как бы, львовян, как бы, и, в принципе, я считаю, что, ну, нам это удалось. Что будет проваживаться, наверное, в первую очередь в Луганской области, такая интересная у них идея, вот, которую они уже у себя, ну, скажем так, последние несколько лет они проводят, это такой очень большой конкурс проектов, вот, где идет совместное участие областного совета, в нашем случае это будет Висково-цивильная администрация, где выделяются деньги на конкретные проекты, также совместно выделяются деньги городским советам или райадминистрации и имеет долевое участие громадскости. Ну, от 5%. Поэтому, соответственно, когда идет вот эта такая операция, вот, то эта инициатива идет снизу. И вот в этом году уже во Львовской области реализовывается порядка 700 проектов, которые поддерживаются. Вот. И в первую очередь, кто их может инициировать? Их может инициировать даже инициативные группы граждан. Вот. Это могут быть проекты по ремонту школы, вот. Это могут быть проекты по ремонту ФАП, это могут быть проекты по ремонту парка. Вот. Поэтому есть инициативная группа, которая выходит со своим проектом на областную раду, в нашем случае на областную висково-цивильную администрацию. Идет достаточно четко прописанные критерии, по которым нужно даваться баллы. Вот, которые даются. Ну и все это максимально демократично, максимально прозрачно делается. И вот мы хотим перенять этот опыт. Вот, у нас есть относительно похожий опыт в городе Кременная. Вот, это называется, ну, громадский бюджет, вот, где с одной стороны выступают инициативные группы граждан, как бы, с другой стороны выделяется сумма коштей городским бюджетом. Вот, я-то этот проект как депутат городского совета подавал в Рубежному. К сожалению, еще городской голова с депутатами его не поддержали. Самое главное, люди внизу, вот, на земле, ну, так по-простому, они больше знают о тех проблемах, как бы, ну, что им надо. Отремонтировать дом культуры. Да? И самое главное, когда это делается совместно. Не просто там откуда-то пришли деньги. А вот громада собрала какую-то, пусть небольшую часть денег, там 5-7-6%. Районный совет или селищная рада там добавила своих денег. И там, ну, половину денег дал областной совет или, ну, областная висково-цивильная администрация. Ну, такой очень, тут тяжело рассказать в двух словах, но такой очень глобальный большой проект, который, ну, Юрий Григорьевич дал задачу его проваживать в Луганской области. Вот, и я надеюсь, что в ближайшее время, как бы, ну, он начнет работать, потому что, ну, это действительно интересно. Вот, это один из моментов. Также, например, если говорить об моем опыте, то я посетил своих коллег из департамента международной техничной допомоги и, ну, увидел достаточно интересные такие начинания, которые делают они у себя во Львовской области. Ну, скажем так, Львовская область, она исторично, ввиду своего расположения, ну, ближе к Европе, в некоторых, ну, начинаниях, как бы, они идут, ну, там, впереди всей Украины. Вот. Поэтому, например, если у нас с инвестициями ситуация сейчас, ну, достаточно плохая, ну, в том числе из-за войны, да, то в Львовской области уже есть даже такие ситуации, когда, например, там один японский завод хочет к ним зайти уже построить третий завод, а они, им тяжело его сейчас к себе принять, потому что уже не хватает рабочей силы, понимаете? Вот, потому что не могут предоставить, ну, то количество рабочих рук, квалифицированных рабочих рук, которые, как бы, нужны. Поэтому вот, ну, есть интересные вещи, которые мы можем взять у них, как бы, которые разрабатывать на перспективу. То же самое то, что касается международной техничной допомоги. Вот, у нас тоже есть различия, вот, ну, и есть чему тоже поучиться у львовян, и, в принципе, ну, есть что и показать, как бы, от нас. Поэтому тоже интересные проекты, вот, которые я увидел для себя, например, которые тоже начинают работать, это «Креативная Европа», вот, и
ее основная первая задача – это, скажем так, культурно. Вот. И я познакомился с руководителем этого проекта, там объем финансирования 1,5 миллиона евро, как бы, ну и надеюсь, что этот проект мы приведем и в Луганскую область. Ну, это так, одно из начинаний. Вот. Поэтому, я говорю, интересные наработки, то, что касается инвестиций, то, что касается внешнеэкономичной деятельности. По общению с моими коллегами, то они тоже очень довольны. Почему? Потому что ездили и управление культуры, и управление молодежи и спорта, вот, управление, департамент экономики и департамент образования. Вот поэтому, ну, я думаю, в ближайшее время мы покажем уже, скажем так, некоторые результаты после этой поездки. Стосовно оцих проєктів, конкурсу проєктів, ну, дуже цікаво, як це буде в цілому реалізовуватися. Тобто це буде, ну, от ви сказали, що там часткове фінансування звідти, часткове звідти. А як будуть обиратися там переможці тих конкурсів, ким вони будуть обиратися, які конкурси можна буде подавати? І в такому дусі от розкажіть про це більш детально. Смотрите, в чому плюс от, в даній ситуації? У львов'ян вже на протяжении от, 5 или 7 років цей алгоритм він вироблювався методом проб і ошибок. Спочатку було теж дуже велике недовір'я людей, як вони розказували. Вони вважали, що все це заангажировано, от, і виграти це буде достатньо складно. Тому у них чітко є, ну, називаємо это условно велосипед, уже хороший велосипед. Поэтому мы просто берем велосипед, мы его не выдумываем. У них четко прописаны критерии, например, что, ну, в этом году для них является приоритетом. Например, в этом году для них является приоритетом медицина, да? Ну, на первом уровне. На втором уровне, к примеру, у них является приоритетом образование. На третьем – энергоэффективность. За каждый уровень идет определенное количество баллов. Дальше, как бы, там уже идет своя классификация, это тоже разбивается по баллам. Например, чем больше участие, ну, общественности, да, финансовая, там, то за это тоже больше дается баллов, как бы, вот. И, ну, скажем так, такой достаточно интересный, ну, простой, хотя и одновременно сложный, как бы, ну, механизм, как бы, алгоритм, но сейчас он у них идет уже на ура, как я вам сказал, несколько сотен, как бы, проектов, которые реализовываются в этом году. И уже, ну, по их данным, уже на 70% они уже реализованы, как бы, вот. И поэтому, ну, скажем так, хороше починання, думаю, ми з ним справимося теж. Коли вже слід розраховувати, коли вже можна буде подавати свої от конкурсні такі заявки? Ну, мені складно говорити просто, коли це можна робити, тому що в даній ситуації задача поставлена департаменту економіки, і, ну, можливо, коли вони прийдуть до вас на передачу, якби вони і розкажуть, тому що тут, во-первых, ну, повинна бути позиція руководителя області, який бюджет буде виділений вот, на ці проєкти, плюс ми повинні учитувати все-таки, що у нас зараз йде кінець року, вот, и, ну, соответственно, погодные условия, как бы, тоже уже не будут позволять выполнять те или иные работы. Поэтому я думаю, скорее всего, в этом году будет, ну, вот сейчас, насколько я знаю, в понедельник, на следующей неделе приедет группа львовян, которые будут нам помогать уже, ну, скажем так, подготавливать документальную часть и обучать, как бы, ну, как организовать этот большой процесс. Вот. И, ну, мне сложно говорить, ну, насколько быстро они это запустят. Может быть, в этом году запустят сам конкурс, да, обучат, как бы, а вот проекты, как бы, ну, начнут работать уже, наверное, с начала 2018 года. Ну, ввиду, все зависит от того, какие они будут, потому что, ну, зима, как бы, тоже дает свое знание. Не хотілося б ще запитати стосовно цієї ж поїздки. Бачу, що, ну, багато чого перейняли ви, а чомусь навчили львів'ян, чомусь, ну, чимось ділилися з ними самі, чи щось розказували, ділилися якимось досвідом, і чи вони щось від вас взяли? Ну, я же говорю, я могу говорить только за себя, и в первую очередь, наверное, нужно спрашивать львовян, да. Но если мы говорим, например, о международной техничной допомоге, да, то в нашем случае, ну, ввиду войны, которая здесь происходит, у нас очень большая концентрация здесь международных организаций. У них такого нет. А вот, поэтому, ну, я им рассказал о нашей работе, о, ну, принципах нашей работы, как мы работаем с теми или иными международными организациями, потому что просто у них многих международных организаций нету. Поэтому, ну, чему-то я их научил или нет, мне сложно говорить, но какую-то информацию, как минимум, как бы, я дал. Вот. То, что касается внешнеэкономической, как бы, деятельности, ну, например, то, ну, тут скажу, я, как бы, больше, как бы, учился, как бы, спрашивал.
Вот. Опять же, например, если мы говорим о транскордонном спиробитнице, да, то в их случае как бы это сейчас очень все хорошо развивается. В нашем случае это наоборот сейчас закрывается, потому что у нас как бы, ну, граница с Россией. И касаемо инвестиций, то, ну, больше слушал тоже на самом деле, потому что сейчас как бы нам сложно чем-то похвастаться. Касаемо, вот, например, во Львовской области, что мне понравилось, у них вот целый отдел как бы занимается промоцией Львовской области. Вот, ну, ту задачу, которую я сейчас тоже поставил себе, вот, и, ну, беру ее, хотя это не входит в мои посудовые инструкции, но это промоция, продвижение. Вот, поэтому, да, я им рассказал о некоторых своих наработках, как бы, ну, а они мне рассказали тоже о своих, как бы, и дали определенные техзадания, потому что я хочу сделать и ролик инвестиционный, да, и мы сейчас распочали такое громадское обговорение о создании логотипа и брендбука Луганской области, как бы, ну, вот, пытаемся сделать такое интересное с призами для людей, как бы, вот, поэтому тоже, ну, некоторый опыт мы у них взяли, потому что они это уже тоже делали раньше, поэтому сложно говорить, кто кого учил, ну, я могу сказать для себя, как бы, что я для себя перенял определенный положительный опыт и, самое главное, такой, знаете, позитивный заряд, потому что вот если мы берем, например, департамент международной техничной допомоги и промоции, ну, который больше мой профильный, вот, то там очень такая достаточно молодая команда, вот, которая тоже сформировалась за последний год, и такая нетипичная команда, знаете, приятно было на ребят смотреть, потому что это такой новый уровень украинских чиновников, знаете, такие, которые, видно, что у них огонек в глазах, что они хотят что-то изменить и хотят что-то сделать для своей страны, как бы, поэтому, ну, для меня это был такой достаточно хороший толчок, вот, ну, меня, в принципе, толкать не надо, но мне это помогло, как бы, знаете, по крайней мере, морально. Плюс хотелось бы отметить момент того, что нас очень тепло принимали. Вот. На нас потратили, ну, достаточно много своего личного времени, в том числе, потому что была определенная там и культурная программа, нас возили и в замок, который находится в городе Жопа, это замок коронного гетмана Станислава Жалкевского. Вот. И скажу, вечером мы даже посетили там, на следующий день играла наша футбольная команда «Заря», как бы нас тоже наши коллеги туда свозили, как бы, за что им большое спасибо. Также они нас возили на ряд объектов, которые вот как раз... Ну, в цілому зрозуміло, що дуже тепло прийняли. У нас, на жаль, вже закінчився наш ефірний час. Дуже дякую за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що у нас в студії був Денис Денищенко, директор департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності «Лода». Підійшов до кінця черговий випуск «Прямої лінії», і я з вами не прощаюся. О 20:00 зустрінемося в нашому традиційному гостьовому блоці «Лоту наживо». У нас в студії будуть Герман Звєрєв, голова Новодарської районної ради, та Сергій Татарка, голова сільської ради селища Побіда.